Севастопольский государственный университет должен стать опорным вузом региона и войти в топ-50 ведущих российских вузов. Это одна из главных задач Министерства образования и науки России. Об этом на юридическом форуме в Ялте заявил представитель ведомства. Планируется, что сферы деятельности университета будут существенно расширены. Создание образовательных программ, которые касаются не только подготовки судоводителей, а более широкого спектра профессий, связанных с исследованием, собственно, моря, все, что его окружает, это, конечно, приоритетная программа. И со своей стороны, министерство сделало все возможное, утвердило программу, предоставило финансовые ресурсы и обеспечивает всю поддержку, которая связана с лицензированием и аккредитацией специальности. Поэтому здесь мяч на стороне руководства университета и его коллектива. Александр Борисович Соболев рассказал, как идет работа по оформлению документов на использование учебного ядерного реактора ИР-100 университета, который до сих пор находится в замороженном состоянии. Наши коллеги из МИФИ, у нас признанный ядерный университет, консультируют коллег из Севастопольского технического университета и помогают им в этой непростой работе. Тут есть определенные сложности, как я уже сказал, они связаны не с законодательством России, они связаны с международным законодательством, которое очень строго регламентирует деятельность во всей той сфере использования ядерных энергетических установок. И задача будет решена или будет решаться, конечно, на межгосударственном уровне. Представитель Министерства образования заверил, что они прилагают все усилия для решения проблемы.